Всем здорово, с вами Сергей Пушков, и я продолжаю проходить игру Star Wars Jedi Fallen Order, или Звездные войны Джедаи Павший Орден. Мы все-таки добрались до нашего богомола, прошел наш босс-файт с AT-ST. Нас ждет долгое путешествие. Я тебя понял. Эти древние гробницы не простояли бы столько, если бы их легко было найти. Я что, нормал? Я жажду принять этот вызов. Да, это заметно. Ой, я рада, что ты веришь в то, что мы пытаемся сделать. Вот можно вот сейчас подождать? Подожди, у меня есть сомнения, я верю в эту миссию. Я верю. И всегда верил. Я верил в силу с тех самых пор, как стал юнлингом. Имена в списке. Это проверка. И я верю, что добьюсь успеха. Мне нравится твоя уверенность. В этом путешествии тебя ждут испытания, с которыми ты еще не сталкивался. Я понимаю. Думаю, я готов. Понимаю. Мы будем рядом, Кэл. Можно теперь вот мне продолжить, как бы, что было в прошлой сети? Да, ты и я. Да, все, я понял. Я отвожу. Вот тут давайте на кухоньке побеседуем. В общем, мы как бы вот этот босс-файт затащили. Открыли кучу этих загадок. Оказывается, там третий шарик надо было подвинуть в одно место. И как бы все готово. Вот, ну так что будем с вами уже лететь на Кашиик. Взяли меня, сбили, я хотел, чтобы он мне сказал. Да я тебя сейчас зарыплю этим своим мечом. Понял меня? Использовать голый транслятор. Проложим курс. Так, нам нужно... Это не Кашиик, да? Это Богана. Нам нужно на Кашиик. Полетели. Юху! А чё ты мне это показываешь, Боган? Би-би-би-би-бу-ба-ба. Что он говорит? Зачем вообще нужны дроиды? Чтоб Steam давать. Спроси его сам. Он все понимает. Правда? Слушай, не хотел тебя обидеть. Просто дроиды меня пугают. Так, что прогруз идет ОМЭ в галактике. Они деактивируют дроидов просто так. Мы с ним в одной лодке. Ну да. Не сладко. Не слушай меня, приятель. Ты молодец. Так, парень, садись, мы почти на месте. Ну все, отправиться на планету. Так, садимся в наше кресло почти капитана. О, полетели. О, мы же не будем прорывать блокаду. Будем. Только в крайнем случае. Я настроила транспондер Богомола на передачу имперских сигналов. Эй, Грис. Да? Приглуши энергетический след и сделай вид, что мы свои. Как на браке, запросто. Рук мне и так хватает. А, ну да. Просто следи за сканерами. Ладно, логично, хорошо. Ему рук хватает. Две опираются, а две контролируют полет. Ну, ничего не вижу. По нам не очень видно, что мы они свои. Они заняты чем-то на поверхности. Все чисто. Полетели. О! А это мы. Так. Летим, летим, летим. Не нравится мне это. Что тебе не нравится? Империя разрушает Кашиик ради природных ресурсов. Вуки сделали рабами. А вот это обидно. Лишили крова. Тоже обидно. И восстановим справедливость. Такое просто. Попали! Парень, ты вроде следил за мониторами! Партизаны, Вуки и другие напали на имперский конвой. Вот замечательно. К нам приближаются шагоходы. Тарфул может быть с ними. Он может быть где угодно. Например, он может быть в могиле. И мы не там окажемся, если вяжемся в эту заварушку. У нас просто нет выбора, и без нас они погибнут. Ну да. И каков твой план? Идти атаковать. Диверсия. Диверсия. На браке мы разбирали шагоходы. Я угоню один. Ты посмотри на него. Решил, что у нас тут опять войны клонов. Капитан, давай к тем шагоходам. А, что? Понял, слушай, да? Штурмовики используют их как боевой транспорт. Как будешь там, осторожней. Там и джедаи, все сейчас в порядке. Сейчас Грис-сюрприз покажет фокус. О, Грис-сюрприз. Эй, сделай одолжение. Не погибни там, а? Окей. Добавлю это в план. Все, десантура. Полетели. Так, парень, если готов, самое время прыгать. Это кто, мне еще укрепление дадут? Иступаемся, беги!
Полетели. Солдатиком прыгнул. Молодец. Так, это обломки или это водоросли? Что это? О, главное, беды один всплыл. Вроде дроид маленький, а плавать умею. Или там вы уже видите шагоходы? Я его сейчас буду быстрее. Ну что, ты готов? Я готов. Главное, шагоходы. Тельно чуп задело. Так. Полетели, поплыли. Поплыли, поплыли. Так, только как нам зацепиться? Есть предложение, как зацепиться? Как цепляться? Или мы пока как? А, вот я вижу лиану. Надо вот забраться наверх. Да, вижу лиану. Все, по лиане сейчас заберемся. Тихо, тихо, куда ты переставил? Дай мне запрыгнуть. О, все, нормально. Сейчас по лиане мы угоним. Вот это, конечно, махина. Так, и куда нам лучше прыгнуть? Давайте туда прыгнем. А, неудачно. Не так скользко. Тихо, главное, чтобы нас не раздавило. Сейчас по новой. По новой давайте. Поднимаемся. И что теперь? Или влево теперь? Да вряд ли влево, смысл нам влево. Надо когда вот будем прямо в упор. И раз. Да что ж такое? Ты дурень, нет? Давайте тогда через левую лапу. Ну, лапу, ногу, я не знаю, как это правильно назвать. Так, давай. Вот я понимаю, когда мы там будем близко. Так, куда теперь? А, надо было через левую. Бибибипу. А можно мне как-то камеру поменять? Алло. Можно мне с камерой связаться? Я? Ой, теперь наверх поднимайся. Нет? Ну давай так пока. Ты хочешь, чтобы я на хвост? Давай на хвост. А, мы через хвост пролазим, понятно. А, ну тут такой чисто сидит парень, отдыхает. А, я понял, как мы доберемся, да. Вот тут есть повыше. И раз. И главное, цепляйся. Так. А, он вверх не цепляется, я понял. Так. Тихо. О. Конечно, можно. Но нас не заметили. Почти все! А где? А где почти все? А, вот тут дверь открывается. Спасибо. Так, или где? Или прям спереди. Так, а ну-ка. А, вот, вот тут я вижу. Вот тут я вижу, можно уже подняться. И раз. Надо залезть наверх. Все, залажим. О! Е войти. Всем. С вами джедай. Джедай ТВ. Так, все прогрузилось, идем дальше. Или в смысле, или мы тут застряли? Так. Не, пока как-то. И что дальше? Не, пока я не понимаю. Кнопки нет, вот. Ты как, держишься? Прослыши. Отпустите меня. Должда, отпустите меня. А, вот как. А ты что делаешь? Дурак? Вау. Иногда он непредвиденный. Так. Пульса нет. Твоя очередь сообщать о потерях. Здравствуйте. Это тот джедай. Есть нарушитель. Он продолжает ускорять. Так, все, с этим покончено. Два. Размахом его. Тихо. Двоечка, так не работает твоя двоечка, вонючая. Не работает. Кто-нибудь, убейте его! Так. Разделайся с ним. Так, я вас все равно делаю. Опа, есть. Все, разрубил.
Астимов нету. Вы держитесь, астимов нету. Так, где еще дальше твоя непредсказуемость? А, ей открыть? Открываем. На сканерах новый корабль. Мы не ожидали от них такой огневой мощи. Что у нас с корпусом? Так. Сильно поврежден. Прочность уже ниже 70%. Понятно. Этого хватит, чтобы остановить мятежников. Просто веди без резких... Опа. Выбег. О, готово. Надо же, сработало. Все, полетели. Ладно. Доложите обстановку, жду вас там. Вы нарушаете имперский можешь этого заткнуть. Прекратите, иначе мы... Все. Бип, бип. Быстрее, на нас видно разворачивается. Так, побыстрее. Ага, тут бластеры. О. Давай. Атакуй. Так. Кто уничтожили? О, полетели дальше. Вперед. Так, а это повстанцы или кто? А, это повстанцы. Это у нас повстанцы с нами. Это кто? Это свои. Эй! Ты кто? Я тот, кто захватил AT-AT. Так. А ты кто? Тот, кто очень злит империю. Мы нацелились на ту посадочную площадку. Уничтожаем. Поддержка не помешает. Принято. Разозлим их еще сильнее. О, готово. Напиши. Поехали дальше, давайте. О. Так. Так, куда? Куда пошли? Вот, уничтожь. Вот, нормально. Вот это и... Так. Вот посадочная площадка. Так. Работаем. Отрабатываем. Это нормальный кататы. О. Допустим, вот это. Чтобы они больше не садились к нам сюда. Нужно прикрыть партизан. О, пошли дальше. О, нормально. Он сверху вижу. Сверху. Так. А вот еще идут. Нормально. О, мы их взорвали, конечно. Вот это мощно. Вот это мы показали. А вон там еще вижу. Все. Там еще вижу партизанов. Ну как партизанов? Имперских. Нарушителей. Куда собрался? Куда собрался? Куда? Куда без моего ведома? Куда? Товарищ, я его уничтожу. Сейчас ему конец. Получим. Все. Это победа. Летит прямо в нас. Что делать? Катапультироваться. Держись! Приготовься, беги! Приехали. На остановочку. Крутая миссия была, конечно же. Думаю, мы сейчас будем с вами даже на этом заканчивать. Так. Опа. Би-би-би-би. Я в порядке. Ты как? Я тоже трыл би-би-би. Нет уж, хватит с меня этого. Ты угробил отменный шагоход. Да, это я, да-да, я. Как зовут? Кел. Кел Кэстис. Согерера. Зачем пожаловал на Кошиик? Еще кое-кого. А ты зачем здесь? Мы с товарищами хотим перекрыть имперские пути снабжения. О, революция. Принята. Эй! Нормально. И кого ты ищешь? Тарфула. Вождя Вуки по имени Тарфул. Тарфула невозможно найти. Почему? Неспроста империя не может его обнаружить. Он борец за свободу? Настоящий борец за свободу. Йо. Он символ сопротивления. Он прячется. Бьет по империи из теневых земель. Цере, Грит, это Со. Это моя вот команда. Зачем вам Тарфул? Дело джедаев. Джедаи мертвы. Не все. Да-да, это ты мой золотой меч. Это мне дал мой учитель. Эта площадка связана с имперским заводом, на котором трудятся рабы Вуки.
По данным разведки, среди пленных есть партизаны. Ну все, сейчас мы их будем освобождать. Может, кто выведет на Тарфула? Шанс есть. Эй, минутку, стоп, минутку. Богомол творит чудеса. Да, корабль отличный, пилот хорош, но он не создан для близкой поддержки. Мы будем здесь. Последим за имперскими каналами. Понятно. Если повезет, перехватим сигнал тревоги. Спасибо. Мы с лейтенантами разведаем обстановку перед атакой. Присоединяйся потом. Хорошо. Пошли, пошли. Все, прилетели мы на Кошиик. И я думаю, будем с вами на этом заканчивать. Чиночку навыка, грузовая площадка, добавлены запятые, а мы пойдем с вами медитировать. О, там уже росточки растут, это замечательно. Это замечательно. Но мы будем уже с вами на этом заканчивать. Как-никак записываю 3 видео подряд. И это уже будет мое 3-е и последнее на сегодня. Давайте помедитируем. Вот. Даже уже очко навыков выберем. Или давайте сейчас выберем. Давайте сейчас выберем. А ну-ка. Отложенный выпад. Давайте получим улучшенное восстановление сил или больше здоровья. Не, давайте больше здоровья получим, потому что здоровье нам надо. Увеличен максимальный запас здоровья. Ну и все, как бы. Будем с вами на этом заканчивать. С вами был Сергей Пушков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также вступайте во все группы в социальных сетях. Подписывайтесь на Steam. Куратор, будьте в курсе игрового мира. И также вступайте в наш новый сервер Discord. Все ссылочки в описании. Ну а с вами был Сергей Пушков. Всем пока-пока.